Вопросы развития онкологической службы в Казахстане обсудили сегодня в Ахурде. Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления Национального научно-медицинского центра Абаем Байгенджиным. Глава холдинга отчитался о проведенной работе, озвучил ряд проблем и пути их решения на примере зарубежного опыта, а также рассказал о ходе строительства онкологического центра нового поколения, вот в эксплуатацию которого запланирован на июнь 2018 года. Мы сейчас у себя в Национальном научно-медицинском центре завершаем строительство онкологического центра томотерапии. Это нового поколения аппаратуры, аппаратов, машин, которые излечивают любые разновидности злокачественных заболеваний любой локализации и любой степени. Поэтому, начиная с июня 2018 года, мы приступаем уже к реализации данной программы.